Добрый день, и мы с вами продолжаем наши с вами мини-комплексы по лечебно-суставной гимнастике. Ну, потихонечку начинаем. Приготовили то, что нам нужно для тренировочного процесса, полотенце, водичку и гантели и так далее. Потихонечку перекатимся на спинку, или через сторону, или сразу через спину. Положим ручки через сторону, ладошками в пол. Коленочки согнутые вместе и покатаемся в одну сторону, в другую. И вот таких 10 перекатов. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4 и разочек 5. Хорошо. Подтянем коленки. Поддержим. Или по одной, или две, кому как удобно. Хорошо. Отпустили. Так, сейчас мягко перевернемся на коленки. Сделаем отжимание. Ножки на ширине плеч, ручки чуть пошире плеч. Локоточки расходятся не в сторону, не возле туловища, а под углом 45 градусов. Туловище немножко выпрямим. Кому тяжело, может оставить таз сзади. Кто может, выпрямляет туловище. На вдохе опускаемся, выдох наверх. Внимание, и начнем. Вдох, выдох, выдох. 3, 4, 5. 6, 7, вот от серединочки хватает, 8, 9, 10, кому тяжело заканчивают, кто может продолжает до 15 раз, еще 3 разика, еще 2, и разочек, хорошо, ручки оставляем, прогибаемся вниз, как будто хотим грудью достать пола, вытягиваемся, тянемся. Хорошо. Переворачиваемся на спинку. Можно взять гантели или положить полотенечко тоже под голову, чтобы было удобно. Вот. Положим ручки в стороны. Одна ручка уходит за голову, другая вперед. И вот такими поочередными опусканиями сделаем 30 раз. Кому легко, может сделать и 50 побольше раз. Так, внимание, и начали. Дыхание произвольно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Хорошо. Положим гантели. Ручку возьмем перед собой. Потянем одну. И потянем другую. И давайте повторим с вами еще раз такой кружочек. Сначала отжимание, потом опускание ручек. Внимание. Становимся на ладошки пошире. Спинку можно выпрямить чуть-чуть. Вдох. Опускаемся. Выдох наверх. Начали. Выдох. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кому тяжело заканчивать, кто может продолжать до 15. И еще 2. Выдох. Выдох. Садимся, тянемся вниз грудью, как будто хотим достать пола. Поддержим, поддержим натяжку. Хорошо. Так, сейчас перекатимся на спинку. Хорошо. У кого есть гантели, с гантелями, у кого нет, то же самое делаем. Внимание, и опускаем. Начали. Раз, два, три, четыре, чтобы плечо поворачивалось. 9, 10.
Я с плечами тоже разворачиваю плечи. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кому легко, продолжают дальше. А мы потянемся. Одну ручку потянем. Вторую потянем. Хорошо. Отдыхаем. Так, можем попить водички. Три глоточка. Успеваем попить. Так. Подготовились. Ложимся на локоть, на бок. Нижняя ножка будет согнута. Верхняя прямая. И вторая ручка будет у нас сверху коврика, будет нас поддерживать. Это наши упоры. Будем делать подъемы туловища. Вот. И на коленку поднимаемся. Вот такие подъемы на выдохе. 11 с одной, 11 с другой. Кому легко, может делать по 15. Внимание. И начали на выдохе. Ха. Поднимаемся. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, раз, хорошо, поменяли ножки, поменяли сторону, на второй локоточек ложимся, лишь ножка согнутая, прямая, и поднимаемся, выдох, и встаем на коленочку, как будто хотим подняться, ха, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, молодцы. Сейчас переворачиваемся на животики. Так. Ручки возле туловища будем делать сгибание. Ножки поставим чуть пошире. И начинаем. Набираем 30 раз. Выдох, выдох, выдох. Три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Хорошо. Сядем на пяточки, отдохнем. Потянемся. И такое же движение давайте еще раз сделаем. Ложимся на бок, на локоть и по 11 подъем. Нижняя ножка согнутая. Внимание, на выдохе наверх. Выдох, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и раз. Хорошо. Давайте с другой стороны. Внимание. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Хорошо. Ложимся на животики, боковые сгибания. Ножки чуть пошире. Внимание. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Хорошо. Так, садимся на пяточки, тянем спинку. Отдыхаем. Теперь ручками переместимся в одну сторону, потянемся. И также переместимся в другую. Поддержим. Боковые натяжки поддержим. Хорошо. Уходим вперед на животики. Ложимся. Ручки под голову.
расслабляемся полностью, отдыхаем. Ну вот так можно полежать минуту, отдохнуть. Потихонечку поднимемся. Хорошо. Мы с вами сделали еще один комплекс. И я вас жду на следующем занятии. Пожелаю вам хорошего настроения, здоровья и всего вам хорошего.